Так, Марс 16 мая 2021 года над Харьковом, 20:54 по Киеву. Только-только я его заметил, только-только достаточно стемнело. Маленькая, тускленькая, красненькая пятнышко, до которого 320 миллионов километров. Сегодня он рядом с Луной. Всего 5 угловых градусов. Между Луной и Марсом. На небосводе. Не идеально чистое небо, но зафиксировать момент сближения Луны с Марсом позволило. Меркурий спрятался за облаками, снимал его только что предыдущим дублем. Но сейчас уже не видать. Вот и моя красавица Луна какая. Линия терминатора, конечно. Рельеф дает великолепный. Игра света и тени. Шикарно. Ну, наверное, это лучше, что нам погодные условия позволяют. Атмосферная по резкости сделать. Представляешь, даже вертолеты какие пролетают. Ну да, тяжело увидеть. Далеко слишком Марс. И еще не так, чтобы сильно темно. Да, и Меркурий как раз за облачком этим спрятался. Жаль. Ну хорошо. Что есть, то есть. На Марс никак не попаду. Не видно объектива. На экране, может, и виден был, это так. Сейчас подождем, может, Меркурий еще выползет чуть-чуть хотя бы из-за облачка.
Вот так пускай проползает сквозь кадры. Красотулька наша. Ну да, облака техника навестись не может. Через эту дымку все равно муть наблюдается. May 2021, Харьков, 21:00 по Киеву, Харькове. Надо же, как я на него навелся удачно в первом кадре на Марс. Теперь не могу его так найти. Ха. Ну хорошо. Будем ждать сближения. Думаю, второй и, наверное, на сегодня все.